вообще. Засор... У них просто голову гуру сняли, голову, инжектор сняли. А засор сколько у него? Там же мусор, стекла, все, пластик. Ну это да, что-то сброс-то делают, конечно, да, да. О, наш сосед, да. Что он катался? По делам? У меня же там заезд. Вон, видишь? Вон, смотри, семерка, вон далеко стоит. А это вот, вот Волга стоит, блядь. Семерку своим ходом приперли. Сейчас я это сразу зайду. Хотя вместе, а потом я заеду. Потому что им надо, там надо это. А, на весы? Но пластик. Так, надо пластик поснимать. Да, запчастей здесь много, конечно. Ручки хорошие, но... Так, что с этой семерочки снять-то, блин? Не, головка только. А я отвертку-то не взял, блин, разбирать. А? Сзади там есть отвертки у них. Есть, да? Вот я говорю это. Тут вот, есть же кнопки, видишь, вот? Да, вот они. Вот я чуть-чуть тебе говорю. Что, сколько там получилось? Не знаю, ну... Тонна 1300, тонна 300. А-а-а. 250 есть, наверное? Ну, я думаю, где-то 200 будет. А вот здесь. Вот, друган, я здесь работаю. Охранником, да? А? Охранником? Да. Вот, не знаю, для чего надо. Сейчас, оказывается, проехал, блин, за городе, вот эта труба лежит. Дешевле. Сегодня еду, блядь, вот оттуда, батарея лежит. Что не взять, что не взять? Конечно. На халяву деньги, да? Это диск, когда, блядь, кто-то там сосед, блядь, там сейф, блядь, взял, поменял, выбросил, блядь. Думаю, смотри, лежит, блядь. А что, металл сейчас? 14. 14. 14. Вот это все не нужно, я все вот собрал. Но. Хороший вот этот мид, мид что ли, от холодильника? Нет, это не мид. Это просто покрытие такое. Я тоже думал сперва. Я же сам его распиливал. Какой-то человек выбросил, блядь, этот ебаный. Как его, блядь? А старый человек не знает, наверное? Ну, старый человек не идет, капец, Волга. Вся ржавая, наверное.
Опа. Раздербанили все. Вот смотри, вот что за чашки, а, блядь, вот. Вот. За огороде, блядь, который я покупал, это взял, да? Вот. Вот смотри, вот так 4 штуки валялись, блядь. Или, блядь, от трубы, которые вот НКТшка, заглушки старые, старого образца. Вот на такие вот. Так-то машина у тебя вроде не просела, она? Да у меня, блядь, это вообще вездеход, блядь. Все, я сейчас это, сейчас на это заеду. На весы? Пришел, да? Подружки, да. Вот к нему обращался. Что с него поснимать-то можно, блин? А сиденье хорошее, блин. Что здесь поснимать? Так. О, вентилятор можно снять. Вентилятор можно снять. Лобовое хорошее. Че, сколько килограмм? 150. Что-то мало, блин. Да хотя, у тебя же не полный багажник. Нет, там у меня лежал там вот так. Да. 150, я даже не помню, сколько у меня денег. Вот, видишь, вот. Ага. Сколько ему лет? 3 месяца ему, высота большая у этого. Кроссовер, что типа того?
хоть он передний, только переднеприводный, да, а у него высота очень большая. Да, только переднеприводный, только еще не полноприводный. Это она какого года у тебя? Вот это? Рено. 4 года, в 5-й год пошел. В марте. С нуля брал ты? Да. Вы же на второй, видишь, вот, смотри. Газ я сбросил. Газ вообще, вон, нога у меня, видишь? А до этого какая машина была? У меня 3 машины до этого. А, 3 машины? У меня первая была Шаха, как у тебя, вот зеленый. А, продал? Я оставил братишке. Купил, потом я семеру себе. Семеру купил, блядь, на семеру ездил, потом пятнашку купил. На пятнашке 11 лет проходит. Я же старый уже, как мамонт, блядь. На пенсии, мне вот в январе месяце, 7 января, у меня же 2 праздника. И Рождество, и день рождения. Да, да, да. 60 лет будет мне. Не скажешь, да? 60 лет? 60 нормально. 60 будет? Сейчас мне 59 лет. Не 80 же? Нет, конечно. Шаха, семерка, пятнашка, и вот сейчас уже можно. Обалдеть. И трактор теперь еще. Второй трактор. Первый трактор. Ну там свое производство. Ты видел, тогда же мужик полностью такой был, стоял. Вот он меня купил же. Продай я, пожалуйста, говорит. Нет, говорит, не продам. А он что, для деревни купил? Он в деревне же, он в Васькино живет. Ага. В Васькино. Понятно. Он же... Маленькая база, конечно, у него. Ну, у него вот на 15 дюймов. Не боюсь, вон некоторые вот едут, блядь, ты куда, ну? Ничего не, вот, кроме этого, блядь, вот, задние барабаны ржавеют у всех почему-то. И больше я ничего не делал, практически. Сам, своими руками ничего не делал. Ну, мне вот это, патроник там поставили. Ну, это патроник, ты знаешь, задняя скорость, когда едешь. Говорящий у меня.